Всем привет из солнечной Флориды. Сейчас мы посмотрим очень интересный вариант кондо. 3 спальни, 2 туалета. Находится он в Пампано Бич. Очень хорошее место, буквально 5 минут до океана. Возле моста, очень близко рестораны, всякие гулятельные там детские площадки. То есть отличное место, отличная цена. Сейчас вы сами в этом убедитесь. И самое интересное, что здесь абсолютно все новое. То есть все appliances, все кухонные, плита, холодильник. Кто не знает, что такое appliances, на всякий случай. Вот, то есть все новое, абсолютно новый ремонт. То есть шикарный вариант за шикарные деньги. Ежемесячная выплата, которая называется HUA, будет $355. Налог в прошлом году на эту недвижимость был $1800. И если брать эту недвижимость в кредит, то это будет приблизительно $1400 в месяц выплата. Ну что, смотрим? Итак, добро пожаловать в апартмент, где есть 3 спальни и 2 туалета. С первого взгляда все очень приятно, светло. Вот собственная дверь на улицу. Хоть это и кондо, но ты чувствуешь себя как в частном доме практически. Ой, игуашка поползла. Пол новый, в общем, здесь все свежестью пахнет. Еще один выход на улицу, пожалуйста, вот из ливинг-рума, из спальни. Так, туалет апдейтед, видно, что новенький. Очень приятная ванная, что радует, очень чистая. Все замечательно. Так, вот вроде все отлично, все такое чистенькое, свеженькое, но вот бросается немножко в глаз мне вот эта вот труба. Ну, видимо, делали все-таки мексиканцы, которые не совсем заканчивали школу. И если даже я сейчас стану, я не хочу им пачкать здесь и лазить сюда, но если я стану, я буду касаться сейчас этого душа. Нет, я сейчас все-таки стану, я сниму тапочки. И я попробую. Нет, я не касаюсь, но вот я очень близко. То есть человек чуть-чуть выше меня, он не сможет просто помыться в этом душе. Поэтому это мне очень вызывает большой интерес, почему они не подняли вот до потолка. Мало того, что было бы красиво, так еще и человек повыше меня смог бы тоже помыться в этом душе. Вот такая маленькая дверка, тут такая, оп, комната большая. Такая гардеробная. Тоже хороший размер. Единственное, что там напротив входа прям идет лестница на 2-й этаж. Всего 2 этажа здесь. Кухня. Очень такая воздушная, просторная кухня. Здесь себе готовишь, и все сразу у тебя просматривается. Холодильник. Здесь вся техника новая. Ну, видно, что здесь ничего не пользовались. Вон, пожалуйста, везде наклеечки. Все идеально новое, просто облапанное. Вот так вот. Так что brand new kitchen. Стоимость этого апартмента 198 тысяч. Опять же, свой нагреватель воды, кондиционер, такой технический клоузет. $355 в месяц HOA. Еще одна спальня у них, она как кабинет. Нормальные размеры, нормально все. Где есть вот такой клоузет, это считается спальней. Если была бы точно такая же комната, но без этого шкафчика, это была бы просто дополнительная комната. Ее бы спальней никто не называл. А так это спальня. Сразу попадаем во 2-й туалет, тоже очень такой симпатичный. Все сделано в сегодняшнем стиле. Все как американцы любят, будем так говорить. Смотрится очень свежо. Хотя плитка недорогая, но за счет того, что оно все так и стекло, и тумбочка, и все, в общем, все смотрится очень аккуратно.
И вот третья спальня. Не огромная, не большая, но тем не менее спальня хорошего размера. Какой интересный светильник, как паучок. Такой же клоузет, да. Такого же размера клоузет. Ну, для детей отлично. Для детей просто отличный размер. Угу. Отлично. Я вообще обожаю такие шкафы, где вот можно всякие баночки, скляночки, крупы поскладывать. Вот это все очень мне нравится. Потому что всегда не хватает какого-нибудь шкафчика. Я нашла еще один шкафчик. О, прекрасно. Смотри, сколько здесь шкафчиков. Здесь должна стирать стиральная машина и сушильная машина. Стиралка и сушилка по-нашему. Как и причем ты чувствуешь себя здесь, как будто бы ты даже в single house живешь. Бассейн, он прямо рядышком, то есть вообще никуда ходить не надо. Все рядом, как будто бы он твой, опять же, да, вот если убрать вот этот домик на заднем фоне, все, как будто все твое. Очень симпатично и уютно, и хорошенький ремонт они сделали. Мне нравится, как вам? Ну все, спасибо этому дому, пошли мы к другому дому. Очень нам понравилось, цена хорошая. Бассейнчик вот прям здесь. Вот, пожалуйста, еще есть такое собственное даже место. Поэтому здесь вот тоже это собственное место перед входом. Ну, мелочь, как говорится, но приятно. Немножко еще покажу территорию. Такая очень красивая, вот, чтобы гулять, пожалуйста. Дороги, такой мини-парк. В прошлом году на Локоне заплатили 1800 долларов. Ой, сколько здесь игуан. Вот, в общем, симпатичная такая спокойная эрия. Пожалуйста. Буквально 5 минут. Переехали через мост, и все, и мы уже на пляже. Там рестораны, там пляжи, там, в общем-то, магазины, все есть. Так что очень хорошее место у этого кондо.